Знаешь, Рита, вот за год обучения в университете я познакомилась со студентами из других школ. При этом там есть там инженеры и инженеры. Еще раз инженеры. Да, и вот они постоянно говорят, гуманитарии вообще никакого отношения к наукам не имеют. У них даже логики нет. Я такая, стоп, ребяточки, давайте разберемся. У меня есть доказательство, что у нас прекрасная логика. И я предлагаю вот прямо сейчас это проверить. Дорогие друзья, сейчас мы с вами проверим, насколько сильна наша логика. Студенты-первокурсники, вы готовы доказывать, что у вас есть логика? Что-то как-то я вообще не слышу, готовы или нет, не могу понять. Готовы! Отлично, мы называем три предмета, а вам нужно одним словом определить, что между ними общего. Логическую связь найти. Итак, камера, штатив, лайф, закадровый текст. Что между ними общего? Журналистика, журналисты. Какой репортаж? Журналисты между этим общим. И рекламы тоже тут никакой нет. Давайте следующее. Стресс, недосып, злой преподаватель. Громче. Не математика. Вот, смотрите, еще раз. Мы добавим еще одно слово. Стресс, недосып, злой препод, подготовка в последнюю ночь. Сессия, правильно! Молодцы. Это была сессия. Итак, люди, помощь, разговор. Молодцы. Молодцы. Следующее. Ее нет. Ура, шикуем. Она пришла. Правильно, именно сегодня пришла она. Стипендия. Они даже об этом не знают. А я-то ждала ее, я так ждала ее. Люди, проблема, решение. Конфликтология, правильно. И последние у нас конфликтологи, религиоведы, издатели, философы, журналисты. Что? А еще громче сможете? Отлично, ШГН, супер, ну вот, все, доказали, что логика есть. Но, вот замечено, знаете, есть парочка вещей, где в нашей жизни, ну, абсолютно отсутствует логика, просто, ну, вообще ее нет. Например, зашел на первый этаж, оказался на четвертом. Где это? Какой корпус? Отлично. Вчера заставили достать из сумки и раскрыть кошелек. Вытряхнуть косметичку. А сегодня даже пропуск не проверили. Где это может быть? И кто это может быть? Кто так делает? Отлично. Ну что ж, вот мне кажется, что в следующий раз, если мне инженеры вдруг внезапно скажут, я скажу, пойдем проверим. И по-любому найдем логику. Напомни им просто этот пример.